Дмитрий Сербенюк из Владивостока отбывает наказание в Спасской 33-й колонии уже 3,5 года. Полтора из них работает бригадиром в цеху по изготовлению деревянных палочек для еды. Этот склад осужденные построили совсем недавно. После расширения производства появились и новые обязанности. На конвейере эта палочка, она поступает в барабаны потоками воздуха по трубе. Эти барабаны, они сушат. Она сушится, палочка, и как раз шлифуется друг об друга. В каждую 8-часовую смену выходят по 50 человек, еще 50 в другом цеху. Трудоустроиться может любой, кому позволяет здоровье. Деньги, полученные за работу, как правило, идут на погашение судебных исков. Производство состоит из 6 этапов. Это варка и сушка, которые занимают до 10 часов. Этот духовой шкаф может вместить 4 таких мешка. Это 20 тысяч пищевых палочек. Первый участок производства открыли еще в 2010-м. Тогда за день получалось только 10 мешков, сейчас 200. А прибыль за неделю составляет до 1 300 000 рублей. Весь товар отправляют в Китай, там его упаковывают и рассылают дальше. Первый сорт уходит в Японию, третий, четвертый – в Соединенные Штаты Америки. Руководители зоны, они сами организовали все производства. Я никогда не вмешивали, не участвовала. Они сами организовали. Я очень довольна с ними работать. Китайские инвесторы взяли на себя покупку оборудования, древесины и прочие расходы. Колония предоставляет только рабочую силу. Эффективность доказана. Вложения более чем на 25 миллионов рублей уже окупились. Поэтому китайские бизнесмены решили пойти дальше. С этими инвесторами мы работаем порядком уже 6 лет. Предложили установить новое оборудование и производить палочку для мороженого. Новый цех работает всего 3 дня, а за день бригада уже выпускает 7 тонн палочек для мороженого. Обучают осужденных 3 технолога из Китая. Бревна, кстати, привозят из Чугуевки, Дальнереченска и Дальнегорска. За смену расходуются до 20 кубов леса. Осину пускают на пищевые палочки, березу на палочки для мороженого. Производство безотходное, опилками и всем, что остается, колонию отапливают. Не тяжело, я бы не сказал, что здесь тяжело. Ничего здесь тяжелого нету. Палочки для мороженого инвесторы также планируют отправлять в Китай. Но если будут оптовые покупатели в России, то и на такое партнерство найдутся возможности. К тому же производство в 33-й колонии должны только расширять. В скором времени трудоустроиться смогут еще 250 человек. Валерия Белоус, Андрей Макаров. Новости на 8.